Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами играть в игру Elder Scrolls Легенды. Так, цены, внутриигровые предметы в Steam-версии в данный момент отображаются некорректно. Ну, нас это не интересует. Обновление карт. Ага. Чтобы посмотреть, насколько далеко вы продвинулись, загляните в профиль. Понятно, давайте заглянем, что у нас тут интересного будет. На экране профиля вы можете просматривать свою коллекцию, текущие задания и многое другое. Там же можно выбрать другой портрет и сменить титул. Ага, вот оно, значит, как, да? Титулы. Ага, тут еще можно алхимик, безумец, это все у нас получается потом. Открывается. Ну, а пока только начальные уровни у нас открыты. Начальный титул, точнее. Ладно, пускай, наверное, будет у нас забытый герой. Что еще тут у нас, а? Возвращайтесь завтра за новым заданием, ясно. Как выйти-то отсюда, елки-палки? Быстрый. Сильный. Умный. Нет, забытый лучше будет. Так, история боев, статистика. Так, ладно, давайте выходить отсюда. Ничего тут хорошего нету. И будем с вами... Блин, надо будет мне потом зарегистрироваться, ребята. Зато получу 3 бесплатных бустера. Ну, а пока продолжаем сюжетную линию. Беглецы, глава 5. Стража Доминиона. Стоять! Мы ищем бандита из клинков, и ты подходишь под описание. Это какая-то ошибка. Да ладно, когда это мы ошибались? Когда решили, будто мы сдадимся без боя. Вот это ты правильно сказал. Давайте-ка устроим им взбучку. Стража Доминиона. Против гостя. Так, я, значит, вторым буду. Стража Доминиона заранее расставила 2 стражей на позиции. Вот как, значит. 0-4. Блин, плохо дело, ребята. Что же будем делать-то, а? Так, у меня только за 1 ману можно. Давайте дозорно выставлять. Стоять во имя Ярла. Клянусь предками, я никогда не сдамся. Врешь, сдашься. Прежде чем атаковать кого-либо на линии, нужно убить стражей, которые на ней есть. Ну, это понятно. Давайте, наверное, стальной ятаган применять. Иначе нам не разбить. Сражайся, хоркер несчастный! Хоркер несчастный. Ох ты, сопляк, что делает, а? Детская игра. Ну вот это ты зря, конечно, в лицо пошел мне. Черт подери, давайте сюда имперца. И атакуем. Хоркер несчастный. Так, пропускаем ход. Ты не понимаешь, с кем связываешься. Ё-моё, в лицо прям. Так, это у нас страж, ребята, да? Ну, я даже не знаю, давайте, наверное, охотником добьем. Вот сюда. Бандар проклянет тебя. Так, честь и слава. И вот так, самое то, что надо, ребята. Ты не понимаешь, с кем связываешься. Да ты задолбала уже, а? Лжецы Лорхана. Ну, я вам сейчас устрою, а? Сейчас я вам устрою. Блин, да он задолбал, опять этого стража вызвал. Даже не знаю, ребята, давайте, наверное, щит применим. 1+3 будет самое то, что надо. 4 на 4. Засели. Атакуем. И честь здесь и атакуем. И еще можно кого-то вызвать. Давайте подхилимся немножко. Лекарь, подлечи. Расскажи мне, где болит. Имперца. И могу еще даже вытащить. Кто против клана, тот против меня. Вот так самое то, что надо, ребята.
Лжецы Локсана. Кончилось их время. Нет, наше время только началось, а вот твое, пожалуй, кончилось. Нет, эту карту мы приберегем пока. Давайте стража выставлять, наверное, скорее всего, да? Жду приказаний. Чтобы никто не прошел мимо. Жаждет гравий. Отлично. Скажи, все в лицо. Болит? Патрульный. Их смерть принесет славу империи. Ну что, я думаю, ребята, у него нету шансов. Ах ты, что сделает? Кончилось их время. От гад, а, оказывается, у него был козырь в рукаве. Синишаля вызвал. Ладно. Так, по одному. Давайте тогда огненный шар применять, ребята, наверное, скорее всего, да? Что скисли-то, родные мои? Я думаю, вам понравилось. Честь и слава! Теперь в лицо. Проси за все. Скажи, где у тебя болит? Он заплатит сполна. И рывок еще сейчас. Я ко всему готов. Ну что же, на следующий ход он умрет, если ничего не предпримет. Ты не понимаешь, с кем связываешься. Ну, это ерунда. Это я как-то переживу. Ах, ты что делает? Клянусь предками, я никогда не сдамся. Их время истекает. Нет, ребята, все. Ему край. Все, пойдем в лицо. Солдат Вейтрона. Я пойду на стену. И рабочего улья. Скажи, где у тебя болит? Плати за все. Ну, а теперь все в лицо и добиваем кровь его, ребята. И слава! Шикарно. И мы переходим с вами на следующий уровень. Победа. Ух ты, я получил уровень. Должны дать мне бустеры. Или карты. Награды за уровни. Книжка. И еще книжка. Рабочий улья. Ну, такой у меня уже есть. А, вот оно что. Прорыв или стража. Я выберу, наверное, ребята, стража. 3,6. Довольно такая сильная карта получается. То есть никто сразу так и не пройдет. Великолепно. И еще у нас одна книжка осталась. Давайте глянем. Ух ты, тут три карты. Сила воли. Помогает победить численным превосходством. Торгаш из Брумы. Ну что ж, меня вполне устраивает такой расклад. Готово. Да, ребята, я зарегистрировался и хочу получить три бустера. Отличненько. Что у нас тут такое? В учетную запись добавлено три бустера. Я сейчас их открою. Я ничего... Чего там? Вы потратите настоящие деньги? Я ничего не потрачу, потому что у меня на халяву они. Давайте посмотрим, что отсюда выпадет. Вау, 6 карт. Крестоносец. Возьмите карту, если в бою была уничтожена вражеская руна. Страж. Хорошо. Когда другое дружественное существо проводит атаку, хелгинский командир получает 1-0. Изгнание. Пророчество. Отзывает существо. Норский спутиан. Рывок. Меткий разведчик. Наносит 1 единицу урона. Хорошо. Так, второй бустер пошел. Бросок камня. Уничтожает вражеское существо, если у вас есть более сильное существо. Угу, понятно. Кленовый щит. Темный пожинатель. Призыв. Так, сапер, поглощение. Понятно немножко. Так, это захватчик, 5-3. Минотавр. Прорыв, рывок. Интересно, что такое прорыв? Ладно, все это потом посмотрим. Падальщик. Ага, получает 1-1. Моркул-превратник. Дает существу 2-0. 2 плюс 2, если максимальный уровень магии у вас 7 или выше. Орк, рывок. Родич. Наносит противнику 3 единицы урона и дает вам 3 единицы здоровья. И страж.
Ну что же, неплохо. Теперь нам только остается посмотреть, как эти карты будут себя вести в игре. Сюжет. Давайте продолжать с вами сюжетную линию проходить. У нас 4-й уровень. Так, здесь что такое? Ну нифига вы, ребята, тут цены написали. 49 тысяч. 29 тысяч. Нет, вы что-то тут попутали, по-моему. Глава 6. Голодная стая. Они решили избегать дорог. Но, конечно, в дикой местности свои опасности. Так, голодная стая, значит, с волками что-то связанное, да? Играть. Ну что же, понеслась, как говорится. Волки против Винрея. Я первый хожу. Под покровом ночи не видно волков. Вы не можете атаковать их, пока они сами не покажутся. Ясно, значит... Оставь часовых, а то эти волки выпрыгнут из тьмы и разорвут нас. Часовые, значит, надо стражников вызывать, да? Ну что же, я так понимаю, у нас пойдет первым огненный бес. На линии тени существа получают укрытие. На существ в укрытии нельзя нападать. Ага, вот оно как. Ты меня прям обрадовал, блин. Молодой волк. Ну что же, я не могу атаковать, да? Не могу. Значит, в лицо. И тем самым я раскрылся. Вот оно что. Давайте патрульного выставлять. Пока больше некого. Тигр у нас их это страж. Смерть принесет славу империи. Что он сейчас будет делать? Ага, разменялся. Ладно, опять молодой волк. И еще один. Ну, а у нас-то что выпадет? Дозорный. Ну что ж, давайте выставлять. Плати за все. Отлично, пока все идет хорошо. Блин, призывает еще одного волка. Вот эта карта. Черт подери, что сделал, а? Карты поддержки, войдя в игру, остаются в ней и обеспечивают вас усилениями. Ого, вот это круто, ребята. Сражайся, Хоркер несчастный. Так, в лицо, и давайте эту карту разыграем. Это как, интересно, будет Кинаря, выглядеть. Богиня небес, направь нас. Ух ты, вот оно как. 2-2. Ну что ж, довольно неплохо. Чего? Да ну нафиг, завязывай давай так делать-то. Блин, придется нам, наверное, клыкастого вызывать. 5-6. В тени. Атаковать он меня не сможет, но он бьет в лицо. Защитник Улья. Ятаган получил. Еще призывает одного волка. Да завязывай давай уже, а. Ё-моё, что он делает? Так, кто у них дает этот бонус к волкам, а? Какая карта? Торгаш из Брума. Давай-ка лучник вот этого атаковать. По-моему, он. Точно, это был он. Хорошо. И еще вызовем, я не знаю, может быть, торгаша. Давайте торгаша, наверное, и стальной ятаган. Это план. Всегда есть план. 2+2. На кого? Наверное, на... Давайте сюда, на кабана. Блин, я кабаном не походил, по-моему, да, ребята? Вот я тупанул, а? А это у нас страж. Да задолбали уже. Ёлки-палки. Так, нужно срочно выставлять стража. Давайте, наверное, тигра вызывать. Скорее всего, так. Потому что если мы сейчас не вызовем стража, он нас раздеребанит. Давайте, наверное, его влево поставим. А тех раздолбим.
потому что они уже открытые, а эти еще в тени. И неизвестно, что он там за карту поставит. Вдруг какое-нибудь усиление. Ну что такое, а? Ёлки-палки. Да, ребята, игра бывает подглючивает пока. Так что... тебе. Так что пока не обращайте на это внимания. Славная битва. Ну и также хочу сказать, что эта игра есть как и на PC, так и на Android. Я играю на персоналке. Ну давай, 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 просирайся, игра. Ага, отлично. Ну что же, давайте тогда уничтожать их. Ты не помеха моим планам. Это уж точно. За зелень! За зелень, блин. Ну что, пока вроде бы стоим нормально. Так, здесь им не пройти, у меня страж стоит. Опять призывает волка. За это я пока не переживаю, все тут у меня хорошо. Еще один страж. Защитник Улья, 3-6. Ну, это им вообще не победить. Можно даже еще немножко отхилиться. Вообще великолепно. И в лицо пойдем. Жду приказаний. Все, ребята, тут уже победа за мной однозначно. Давай, кабан, бей. Вот так вот. Все, 8 хп у него осталось. Я думаю, долго он здесь не простоит. И карт у него нету. Ага, нету, ёпрсте. Призывает. Молодой волк. Еще волк. В принципе, пока мы стоим, ребята. Ничего тут страшного нету. Я сейчас, наверное, все пойду в лицо. И, естественно, ему будет крышка. Давай, тигр. Это уже просто так я поставил. Как говорится, для красоты. Слушаю и повинуюсь. Все, ему край. Ну что же, ребята, победа очередная за нами. Эх, не хватило немножко до уровня, ну да ладно. Расправившись со зверями, они услышали тоненькое поскуливание. Маленький волчонок. Его взяли с собой? Ага, опять выбор у нас. Снежный волк изгнания. Давайте я, наверное, возьму, ребята, снежного волка. Плюс 2-0. Пока на этой линии ваших существ больше, чем противника. Да. Они решили, что из него вырастет сильный спутник. Ну что же, великолепно. Игровые награды получаем. Налетчика, а? Наносит всем вражеским существам на этой линии 1 единицу урона. И уничтожает существо, пронзающее копье. Довольно неплохие карты. Вот и добрались. Это дом Лаанет. И тут полным-полно сектантов. Лаанет попала в беду. Скорее. Глава 7. Разбитые надежды. Приступаем, ребята, проходить главу 7. Дейдрические сектанты против Рея. Так, я хожу вторым. Сектанты Бэти бросаются на вас. Ага, вот они как решили. Вы опоздали. Чародейка уже далеко отсюда. За королеву теней. За королеву теней. А что делают подлецы? Склонитесь пред князем Интриг. Блин, озвучка шикарная, конечно. Так, ну что, ребята, давайте, наверное... Стоять во имя Ярла! У меня больше выбора и не было. К бою! Ё-моё, стража поставил. За королеву теней! За королеву теней! А тупырь! Глупый смертный! Так, у меня сколько? Две магии, да? Всего лишь две. Только патрульного я и могу выставить. Их смерть принесет славу империи. За королеву теней. А что творит? За королеву теней. Ну как ладно, у них маленький урон, поэтому мы простоим еще. Если после потери руны вы взяли карту пророчества, разыгрывайте ее бесплатно.
перетащите на линию Грахтвудского налетчика. Ух ты, а вот это шикарно, ребята. Давайте выводить налетчика. Здесь всего хватает. Вот так вот. Склонитесь пред князем Интриг. Их кровь порадует поэтику. Да ё-моё, сколько он их тут наплодил-то, а? Да, я даже не знаю, кого поставить-то, а? Так, давайте, наверное, охотника вызывать. Бандар проклянет тебя. И сюда его. Так, шикарно. Уничтожаем стража. Сражайся, Хоркер несчастный. Захерсина! Блин, не могу, давайте в лицо тогда. Ух ты, это еще что такое? Не-не-не-не-не-не. Что делает, а? Он сделал полный размен, ребята. Ладно, у нас 4 манны, поэтому давайте вот так вот сделаем. Бандар проклянет тебя. Шикарно. И в лицо. Захерсина! Пропускаем ход и ждем дальнейших действий. Размен. Ух ты, ледяной. Кто там? Атрокс? 5,5, причем страж. Ё-моё. Даже не знаю, кого взять-то. Давайте, наверное, защитника возьмем. За зелень! Надеюсь, он его не пробьет, ничем не бомбанет здесь. Ё-моё, нифига он, блин. Подлый был ходик, подлый. И сейчас, естественно, он меня добьет. Даже вот так? Ё-моё, ребята, вот это попадос. Со мною доблесть Неревара. Да заглохни ты нафиг. Ты смотри, что натворил, а? Ага, хотя бы тигр есть. Давайте выставлять тигра. Иначе будет полная задница. Я надеюсь, ты не будешь сейчас бомбить там. Ёлки-палки. Размен сделал. Их кровь порадует Боэтию. Боэтию порадует, блин. Ну что же делать-то? Стража надо, наверное, вызывать. Рывок. Нет, наверное, рывок я сделаем. Я ко всему готов. Кровь и слава. Мне просто пришлось, ребята, это сделать. Стража 1,3. А почему не могу? А, жду не хватает. Приказаний. Ну, давайте вот так вот сделаем. 3,6. Неплохо. Не пройдет, гад. Игры кончились. За королеву теней. Я искупаюсь в твоей крови. Вот это ты зря, что ты сейчас сказал. Торгаш. Торгаша надо выставлять. Потом хпшку подхилит он нас. Это план. Всегда есть план. Давайте, наверное, волка. Ух ты. И вот этого. Классненько. Слушаю и повинуюсь. Мы подхилились. А это очень замечательно. Черт, а? Доблесть Неревара. Волка мне снес, урод. Ну что, ребята, 14 на 13, да? Наносит 3 единицы урона. Вот это вот давайте сюда. Слушаю и повинуюсь. И в лицо. И вот так еще сделаем. Ты не помеха моим планам. Все, пока нормально, ребята, у нас все идет. Что ты будешь делать, да? Со мною доблесть Неревара. Так, давайте, наверное, ребята, в лицо. Не хватает одного урона. А, все, все отлично. Секиру применяем. И прямиком слушаю в лицо ему. Стой. Мы расскажем, куда увели твою подружку. Давай говори, куда вы увели мою подружку. Мне очень интересно это послушать. И что же, ребята, с очередной нас победой. И уровень 5 у нас. Сейчас получим какие-нибудь карты. Награды, ну-ка. Давайте посмотрим, что за карта. Щелкающий дрелк. Ага, вот оно как. Ну, я так думаю, что наверное, мы сделаем доспех из панциря Дрелга.
3 плюс 3. Довольно неплохая прибавка. Так, шикарно. И еще у нас тут мешочек какой-то. А что в нем? Золото, деньги, что там в нем будут? Ух ты, соточку, 100 золотых. Готово. На выигранное золото советую купить бустер. Вот это ты правильно посоветовал. Так мы и сделаем. Сейчас только открыть осталось его. А теперь откройте бустер и добавьте карты в коллекцию. Да, это же я уже получил, так что не надо мне впаривать. Так, 6 карт будет сейчас у нас. Давайте глянем. Оружейник из Брумы. Ага. Безумный колдун. Так, ну этот у нас есть. Туча стрел. Интендант короны и болотный левиафан. 8-8. Нифига, фиолетовый. Легендарный, что ли, какой-то? Чародейку Лаанет похитили сектанты и увезли на север. Они надеялись, что она поможет им исполнить одно жуткое пророчество, так называемую жатву. Ну, мне все это не нравится так же, как и тебе. Но чтобы догнать сектантов, нужен корабль, а у нас денег нет. К тому же этот корабль принадлежит контрабандистам. Я знаю из надежных источников. Тревога! Сегодня их здесь нет. Ну вот, ребята, мы и дошли до 8 главы «Плывущий в ночи». Награда за акт. Ну что ж, ребята, давайте на этом я завершу это видео. Всем спасибо за просмотр, и мы продолжим с вами в следующей серии. Ну а на этом все. Всем пока и удачи. До скорых встреч.